Yeah. I don't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Всем привет, ребятки! Вы на канале Gunplay. И сегодня мы покончим с этой старушкой и убежим с ее домика навсегда и не вернемся. Ну что ж, давайте начинать. Вот я ее забагал уже. Приветов сегодня не будет, вы не писали приветы. Так что давайте сегодня просто мы пройдем эту грань, наконец-то уже дойдем до конца. И победим ее 100%. Давайте я буду перематывать все моменты, которые будут здесь, ну, долгие там, когда мы с комнаты в комнату там будем ходить, такое всякое. Так, давайте все обыскаем, ванны нету. Мы пройдем его сегодня, ее сегодня обязательно. Обязательно мы должны просто мы должны ее пройти 100%. Давайте начинать. Ой, что-то упало там у нас, вешалка, наверное. Так, сейчас, ребятки, я приду тут. Так, ребятки, вот я вернулся уже просто там, чтобы лишние звуки за окном не мешали на улице, чтобы лишние звуки не мешали нам играть и не отвлекали. Так, что, у меня есть уже эти, как их, пассатижи или, ну, кусачки, которые проводы сейчас, короче, будут перекусывать, не знаю, как они называются. Вот так. И вторую сейчас активируем, вот она сейчас будет. Давай, падай. Вот так, все. И они нам, по сути, не надо, да, больше? Не, они нам еще надо. Нам еще надо ними вентилятор, типа, как бы. Нам еще надо молоток сначала найти. Ну, короче, погнали еще на второй этаж искать. Мы еще не обыскали полностью, хотя мы искали вот здесь что-то. Да, мы тут их нашли, кстати. Так, давайте, 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 погнали. Вот, тут у нас вот здесь что-то есть. Здесь у нас ничего нету, можно... Давайте спустимся таким образом на кухоньку. А не, мы сейчас вообще-то не на кухню спустимся, а на ванную. И давайте вот сюда и обыщем кухню. Так, в холодильнике у нас арбуз? Нет, нет, арбуза нет. Так. Опа, мы нашли часть ружья. И у нас тут эти... Осколки можно кстати, не собирать. О, у нас уже есть. Сейчас я все тут найду, что здесь есть. Ну же, что здесь? Ничего, короче, нету. Можно нам и не собирать вот это ружье. Ну, хотя, ну, просто мы можем сбить вот эту отвертку, которая будет там наверху. Что-то? Тихо, тихо ты. Five days. Ну, понятно. Понятно, все тут ясно. Так, давайте погнали вот сюда. Хотя, давайте шестеренку, знаете, куда положим? Сразу говорю вам. Вот здесь шестеренку кинем куда-то. Чтобы она сразу была возле домика кукольного. То есть, ну, плейхаус, как это? Ну, игровой домик, короче. Ну, я называю его кукольным, что-то не знаю, что я так называю. Ну, что-то я так называю. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь в пианино. Или что это такое? Тоже, наверное, столик какой-то. Ну, больше на пианино какое-то или фортепиано, похоже. О, давайте вот эти двери. И пойдем в подвал. Так, тут ничего всегда нету. Тут может код разве что быть. Так, а ну-ка вот здесь. Молоток есть? Нет. Блин, а где все? Я не понимаю просто. Что-то мы вообще еще почти не нашли ничего. Давайте. А, давайте, знаете, куда пойдем? Например, вот сюда пойдем. В гараж. Может там что-то будет интересненькое. Да, тут. Ух ты, ой. Так, о, здесь у нас еще шотган, ружье, ствол. Ну да, ствол есть у нас тут. Так, а в баньке у нас, как всегда, ничего нету. Ну да, ничего. Просто на всякий случай проверяю, потому что, возможно, может что-то и быть. Так, давайте теперь вот это вот так. Вали дверка отсюда. Ничего нету. Ух ты, дверка развалюха какая, капец. Так, давайте, знаете, куда пойдем сейчас? Например, вот сюда. Давайте сейчас пойдем. Тут мы что-то точно найдем, я вам обещаю. Вот здесь вот. Так, ищем. Какую-то нам надо... А, нам надо там, где Тедди.
Там, где Мишка, там надо нам найти какой. Там должно быть что-то. Явно должно что-то быть. И тут должно, может, что-то быть. За этой дверью. Ничего нету. Ну, блин, ну это как-то не очень интересно так. Ой, ну давайте в шухлядке. Да чё ничего нету? Чё вообще? Ну тут точно что-то должно быть. Явно, явно, прям явно. Ну же. А, тут у нас есть типа как рукоятка. А ну-ка, иди отсюда дверь. Один Тедди и все, да, я так понял. Ну понятно. Ну, блин, ну а что нам еще искать? Что нам еще обыскать можно? А, по-моему, нам еще можно пойти. А, я знаю, куда нам еще можно сходить. Пойти-то. Ой, куда я зашел вообще? Шотган, я не знаю, будем собирать. Возможно, можно и не собирать, потому что, ну, это бесполезно, мне кажется, ерунда. Потому что для меня шотган просто можно и арбалетом вот этим, как бы, который шприцами стреляет, можно и ним как бы тоже сбить отвертку. Ну, а бабку нам не надо просто глушить там. О, мы нашли от колодезя. Вот это вот уже хорошо, вот это вот отлично. Сейчас мы пойдем колодезь покрутим и что-то вытащим. Так, давайте. Я просто, ну, да, согласитесь, ребятки, все проходят, почти все люди проходят с помощью бага эту Гренни. Ну, так я так само пройду просто и все. Давайте сначала колоть. Там еще арбузик был. Мы арбузик обязательно тоже сейчас разрежем. Так, крутим. Тут молоток у нас будет 100%, я вам говорю, потому что я уже все время кручу. Всегда молоток. Ну, да, я так и думал, что тут молоток будет. Давайте молоток пока месть отложим, наверное. А пойдем еще арбузик. Ну, не так отложим. Ну, ладно, будем знать. Будем знать, что молоток возле колодезя. Так, давайте сейчас арбузик вот сюда. И вот так. Хрусь. Ой, плейхаус у нас есть. О, приколенько. О, давайте вот так. Ключик нам уже не надо. Да выкинь ты этот ключик. Так, давайте еще шестереночка где-то у нас была здесь. Вот она. Давай, бери. Вот, давай сюда ее цепляй. И погнали, еще красную найдем. И давайте молоток сейчас возьмем и убежим. Так, давай, молоток, бери, ты молоток. Все, погнали. Теперь нам надо пойти и разрушить там доски на, как бы на этот, на, как его там, на чердак. На чердак нам надо пойти. Ой, что-то упало там. Все, распаковали. Так, теперь погнали вот сюда, там. А у нас где-то тут как бы эти должны быть. Как их? Плоскогубцы или как их там? Да. А где они? Как бы где они? А где я их оставил? А, по-моему, я их оставил, да, там, по-моему, нет. Где я оставил плоскогубцы, я не понял вообще. Блин. Ну, где мои плоскогубцы, я не знаю вообще. Блин, я уже потерял их. Но нам без них никак. Мы обязательно их найдем. Так, ну давайте посмотрим, может здесь что-то есть. Вот здесь шестеренка есть, но, блин, меня это не радует, потому что не знаю, где найти эту, как ее. Блин, как плоскогубцы, я просто забываю всегда. Лучше будем идти вот так, потому что я не хочу упасть, ребятки, я вам сразу говорю. Я падать не хочу что-то вниз. А зачем мы сюда идем вообще? Нам сюда не надо идти. Нам надо плоскогубцы сначала найти, а потом идти. Блин, давайте так спустимся. Я не помню, где они вообще. Ой-ой-ой, только не это просто. Где я их оставил вообще уже? Я, ребята, не помню. О, по-моему, вот они. Вот они, ребятки. Фух, я уже испугался очень. Я уже реально очень испугался. Просто надо было. Если бы я их потерял бы, надо просто игру заново начинать.
И все, я не хочу этого делать. Не хочу переснимать видео просто. О, давайте. Рубаем. О, сейф, сейф. Это прикольно. Ну, нам уже не надо эти плоскогубцы, так что пускай валяются. Я ж еще нашел как бы эту. Да давайте ворота быстрее. -то. Как бы я нашел еще шестеренку красненькую, и нам еще надо ее сейчас подобрать, но не сейчас, чуть-чуть позже. Давайте сейчас сейф пойдем откроем. Потом пойдем за шестеренкой. Так, а нам надо на второй этаж, то есть на первый этаж. Погнали на первый. И вот сюда, и сейф. Сейф, привет. И тут у нас, о, ключ от машины. Круто. Вот сейчас машину пойдем откроем, в багажнике найдем что-то. Так, давай багажник открываем. Ай. Вот здесь. Мастер кей, круто. Самый главный ключ мы нашли от двери. Гренни. Так, давайте тогда пойдем сейчас и посмотрим, за сколько времени я пройду эту игру. Я не знаю просто. Но главное не потерять мастер кей. Аккуратно брось его. Ну, как бы, ладно, нормально кинул. Все, погнали теперь. Зачем нам надо? Нам надо за шестеренкой пойти, сходить. И я не знаю, как Слендерину вызвать. Может, в конце в самом получится просто. Я хочу реально увидеть ее, чтобы поинтереснее было. Нам сюда уже не надо идти. Ну, я имею в виду там по доске. По доске. Нам туда уже не надо идти. Ой, привет, манекен. Давайте сейчас пойдем. И Playhouse нам даст, наверное, подлоккей. Подлоккей. Наверное, 100% нам даст этот ключ. А что я... А, просто чуть-чуть случайно. Так, ну же. И нам он даст точно подлоккей, мне так кажется. Или випонкей. Это очень... Да, випонкей, я так и подумал. На минутку... А может быть, куда нам еще надо? Что нам еще надо открыть и найти? Я не знаю. Погнали. А, нам отвертка надо. Там будет подлоккей, точно. Все, я вспомнил. Випанкей. Куда мы идем вообще? А, нам на второй этаж надо, точно. Хотя, в принципе, я мог по-другому пойти, но нет, лучше не надо по-другому. Лучше вот так вот. О, кстати, я тут еще не был ни разу. Вот это я даю, конечно. Вот там вот эти осколки, ну, мне они не надо. Лично. Мне они не надо. Так. Ну, давайте. Вот наш арбалетик. Можем, в принципе, собрать ружье. Ну, зачем оно нам, скажите? Нам Гренни не надо убивать. Это раз. И при том, нам не надо... Да уйдите вы, ящики дурацкие. Так. И при том, нам еще... Давайте отсюда попробуем. Нет, нет, давайте лучше сюда. И при том, зачем нам ружье, если можем сбить отвертку? Ай, блин. Это просто было чуть-чуть неправильно. Ну, да, зачем нам ружье, если... Просто это лишнее время мы тратим. Ну, я не хочу, я хочу быстро пройти Гренни. Возможно, мы... Да, и там ничего интересного нету с этим ружьем. Куда я иду вообще? А, вот да, правильно иду. Я просто чуть-чуть подумал, что не туда иду. Думал, что нам надо в подвал, а потом резко вспомнил, что тут проход есть. Так, давайте тогда вот так пойдем. И открутим. Опа, открыто. Открыто и подлоккей, точно. Ребятки, мы скоро выберемся. Нам только код найти, и все. И мы очень быстренько, ребятки, с вами отсюда возбежали. Но все-таки я уже... Я уже правильно все знаю, как тут делать. Так, давайте, когда, куда мы идем туда? Мы идем, получается, а, замок, да. Вот сейчас распакуем его. Опа, и нам надо кода найти. Блин, кода нету. Здесь кода нету. Это не очень хорошо. Потому что я не знаю, где найти код. Возможно, он здесь может быть. Нету кода. А возможно, я знаю, где он часто бывает. Вот здесь. Тоже нету кода.
Блин, конечно, это плохо. А вот где знаю, по-моему, может здесь быть. Вот код. Круто, ребятки. Я прошел Гренни за 15 минут. Ровно за 15 минут. Офигеть. А, мастер Кей точно, что я уже так спешу быстренько. Вот-вот, мастер Кей, давай-давай, иди сюда. Надо попрощаться с бабкой, ребятки. Надо попрощаться, все-таки это человек или монстр. Но мне все равно. Бабка, пока. Мы с тобой больше не увидимся никогда. Пока. Дай пройти нам. Все, до свидания. Все, пока. Ну да, я сказала пока. Все-таки она не заслужила на хороший пока. Как бы есть. Я сбежала, ребятки. Я бегу. И я... Вот наша бабка. Где мы? Она ищет нас. Ничего себе, какой у нее дом большой. The end, ребятки. Все, круто. Ой, Гренни, не надо нас пугать. Нашла, да, нашла. Но не найдешь больше нас никогда. Все, ребятки. Ой-ой-ой, реклама. Реклама нам не надо. Так, ну все, ребятки, мы прошли Гренни очень быстро. Очень быстро. А, ребятки, я забыл про Слендерину, точно. Давайте попробуем Слендерину сейчас. Все-таки, давайте я уже все перемотаю, как я буду проходить там. Ну, давайте. Вернемся потом уже возле кроватки Слендерины, все. И вот у меня уже есть Мишка, вот этот, вот, которого я говорил, вот... Ну, короче, ребятки, я прошел по-новому еще вот Гренни. Вот у меня уже код там открыто, все, можно уже выходить по-новому, но я все-таки решил же положить Тедди в кроватку к Слендерине. По идее, там должна появиться Слендерина, как я знаю. Ну, я пробовала в начале игры Мишку ложить туда. Там ничего не происходило в прошлом видео. Ну, я думаю, в конце уже должно что-то произойти. Давайте попробуем, ребятки. И выйдем с новой концовкой, надеюсь. Ну, я уже прошел там ее еще разок. Мне это еще меньше времени понадобилось. Ничего не происходит? Я не понимаю, как? Чё вообще такое творится здесь? Отойти. Отойти. Ну что же сделать? Ну я не понимаю. Как-то мы должны кинуть его, что ли, сюда? Ай, ну ладно. Я не знаю, напишите в комментариях, кто... Знаете, кто вызывал Слендерину? Что надо сделать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, ладно. Давайте тогда пошли еще разок выйдем. Я уже две концовки. Ну, наверное, будет разных, надеюсь. Ну, может, и одинаковые. Надеюсь, что разные будут концовочки. Вот у нас Мастер Кей. Два раза я сегодня прошел Гренни. Один раз полностью на видео. Все, выходим мы и бежим. Что, та же самая концовка? Да, та же самая концовка, наверное. Да, та же самая концовка, ребятки. И под эту концовочку мы заканчиваем игру. Обязательно подписывайтесь на канал Gameplay, на мой канал. И не бойтесь Гренни. Все будет хорошо. Все, ребятки. Всем удачи. И всем пока.